уши нужны для слышания. Ну, некоторым ушам нужны именно для красоты, ну, кто уже оглох, конечно. Есть люди, уши, которые только на ниток есть. Ну, чтобы они были глухие. Охраняют, вот уши охраняют от гноя. Это такой микроб, чтобы, ну, который вредит очень ушам. И вот всегда находится в ушах. У меня когда-то был гной. Потому что, чтобы им не наделали ухо, и чтобы им не лезали ухо. От громкого шума, потому что можно оглохнуть и от вещей, какие пхутся постоянно в уши. Уши лисий ёжик охраняют от микробов и от опасностей. Вот родители детям говорят, даже учителя, не бегайте по классам, а то вот ударился вот об угол ухом, то все, потерял слух, ставишь инвалидом на всю жизнь. Одни обороняют уши, а я с ушами, то есть правильно веду.